стойка. Пятка, бедро где? Длиннее, больше на правой ноге, на левой ноге. Хорошо. Молодец, молодец. На полный стопе походил. Средней дистанции, ближе к мешку. Бей сильные удары, сильные удары. Сильные удары, бей, 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 бей. Не ходите, бей, ближе подойди, ближе подходи, бей сильные удары, бей. Полуфронтально стой. Все, время, смотри. Хорошо, тут есть маленькие, маленькие. Ребят, проходи. Смотри внимательно. Вот ты когда двигаться здесь начал, вот здесь хорошо, да, вот ты пошел здесь, здесь, вот сюда. Но чуть-чуть далеко, поэтому несколько завалился. Но как только ты встал среднюю дистанцию, ты развернул левую ногу. Ты стал вот так стоять, бить. Средней дистанции передняя нога все равно сохраняет положение в боком, в мешок. Мы ставим правую ногу правее, да, но ни в коем случае, чтобы вот так ноги у тебя не стояли. Когда ты еще на средней дистанции, и ты можешь шагнуть и ударить. Нога будет идти туда. При ударе, чтобы момент не в сторону нога шла, а чтобы ты шел в мешок. Вот полу ногой, вот на полной стопе, и ты ногой, нога в мешок шла. То есть нога в мешок идет именно полубоком, полубоком. До свидания. Спасибо, свидания. Понял, о чем я говорю? Давай, средняя дистанция, походил ногой. Шаг, вот бей, мне очень важно твое вот это, вот, смотри, вот ты переступаешь, и вот твой удар. Раз, левая нога, смотри, ногой прям топнул. Прям вправо, чтобы нога боком становилась. Боком нога. Опять, видишь, опять рука рана. Свободно висят плечики, висят. Вот смотри, и вставай фронтально. Правую ногу правее поставь, средняя дистанция. Вот он, ты развернись. Вот ты на мешок, развернись. Правую ногу правее поставь, да. Вот чтобы мешок у тебя был вот между ног, между рук. Вот чтобы ты правее. Вот так стоишь. Вот, держи его между ног, но не вот в этом положении. Это привычка нормального человека. Мы если вперед, то вот так ходим. Если в сторону, то вот так. Вот ты, становясь так, начинаешь делать движение не вперед, не в мешок, а делаешь движение в сторону. Понимаешь? Боком нога. Как хоккеисты тормозят тут, чтобы боком нога. Боком нога шла. Топай мне левой ногой боком. Где в мешок она? Во! Вот в мешок. И бей. Бей. Ближе руки к себе, к средней дистанции. Средняя дистанция, значит, вот повесь сюда, вот повесь, вот отсюда бей. Бей. Где нога ударила? Нога ударила. Вот. Встать, выпрямляй. Что ты сегодня делал? Выпрямляется нога. Правее правую ногу, пожалуйста. Бей. Нога, пошли. Та, мягко, мягко, мягко. Данс акцент. Опять, опять. Видишь, рука опять висит у тебя вот здесь. Расширик, дорогой. Вот плечи, вот эти круглые плечи, прошу тебя, вот средняя дистанция, здесь бы. Не надо, это вот эта стойка дальняя дистанция, плюс у тебя таз опять впереди. Давай, давай, подними гриву, встань прямее, ну руки к себе, Рашид, отсюда работай. Вот. Говори. Да хотел узнать это. Где мне? Сейчас доделаем. Кого? Сегодня первый день без занятий бесплатно первый раз. Да, я знаю, ну, на будущее. Там внизу на ресепшн все оплачивается. Угу. Понедельник, 19-го. Да, да. Нога, данс ногой. Напряжен, очень напряжен. Смотри, остановись, что-то не то. Вот мы сегодня всю тренировку, бамс, вот этот сброс сделали. Мы опять плечи задираем. Походи мне акцент, где сброс плечей. Ну а где удар? Удара-то нет. Выпрямить колено. Вот, выпрямить колено. Прям встать. Вот мягко, мягко, мягко. Дан! Прям топнул ногу. Выпряму колено. Во-во-во-во-во. Зайди с этой стороны.
Да, да. На полной стопе, торопишься, торопишься. Вот дождись пока, посмотри, Рашид, еще раз. Дождись пока вот эта вот инерция от ноги пройдет у тебя, посмотри. Вот туда. Боком. Прям вот туда, чтобы не будет прямой руки. Топни, не слышу я удара ноги. Во! Да-да-да-да-да-да-да, молодец. Ближе к мишку, а левый что, нет? Нет. Видишь, висишь опять. Вот висишь вот так вот. Вот виси. Вот, виси вот здесь. Не, вот туда не наклоняйся, дорогой, давай. Во! Не надо напрягать кулаки. Ближе руки к себе, висят плечи. Вот именно вот такой пауза. Вот эта пауза мне нужна. Вещи. Не торопись. Ближе. Как нога опять стала? Опять, видишь, вот нога разверну. Во! Бей. Бей, не толкай мешок. Вылетела рука и все. Во! До свидания. Вот молодец. Вот это надо. Бога боком, прошу тебя. Правую ногу правее. Развернись, развернись тазом. Разверни таз. Правую ногу правее поставь. Еще. Вот, чтобы таз твой. Вот, чтобы ты был между рук, между ног. Вот мешок у тебя был. Бей. Давай, 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 давай. Ручки висят. Вот отсюда. Вот отсюда руки. Бей. Резче, нога боком. Рано. Бей, 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 вставай. Бей. Ну так что ты садишься? Ты уже встать должен на ногу. Нет, смотри, что ты делаешь. Ты мне раз вниз, а потом встаешь. Я сразу ногу выпрямляю. Да. Ну опять спина-то. Да. Нет. Нет. Вот, вот, сразу удар. Опять опускается рука. Только фронтально встань. Фронтально вставай. Пробуй. Прямая нога, прям прямой ногой ударить. А что напряженные руки? Что не? Расслабленные плечи. Бей. Справа хорошо, а слева где? Во. Вот такая спина, прошу тебя. Вот. Вот так даже, вот так кулак поставь. Вот чуть поверни вот так кулаки к себе. Смотри. Аж вот этот выворот будет у тебя. Во! Не надо прямой руки. Не почему прямая рука? Опять. Туда, плечами обеими. Во! Где нога прямая ударила? Жесткая нога. А рука-то как так выпрямилась? Бенс перевернулся. Во! Вот сейчас хорошо. Вот, ловишь уже. Правой также. Вот что-то есть. Еще раз, левый. Боевая стойка, пошел, бей. Молодец. Прямая нога. Жесткая прямая. Во! Вот что-то есть. Да, 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 уже интересно. Во! Молодец. Во! Вот как волна вот эта прошла сейчас, почувствовал немножко? Да, вместе с рукой, не тянись. Ты выкидываешь, да. Выкинул кулак от себя. Да. Молодец. Нога где? Видишь, опять нога не боком. Во. Да, Маршини. От себя идет. Ближе, ближе к мешку. Вот отсюда. Во. Боком нога, пожалуйста. Во, во, во. Че рука? Не прижимай, просто висит она. Ушла рука. Бей. Пойдет. Что? Вот сам, вот твоя, вот это движение у тебя, вот он, тан-тан, вот он ты, раз, раз, два, раз, дан, вот он ты. Вот ты под, это акцентированный удар, вот ты к нему, тан, 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 пробил, отошел. Вот нога всегда боком в мешок идет, никакого случая не разрушу. Мягко, мягко, вот здесь руками, тан, ударил, жестко. В щелочке то же самое, мягко, вот здесь, вот одними ручками, одними, да, акцент. Мягко, мягко, так, акцент сделал, так, так, вышел на второй удар, на третий удар, да, 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 акцентик, вот ты пробил, покажи мне троечку, если акцентик в челночке, чтобы вышел на третий удар, та-та-та, о, молодец, стоп,
Молодец, все. Достаточно. А еще брифинг. 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 Слово. А что? Ну, что, алгоритм ноги руки, опережение ноги руки, чтобы не происходило. Момент инерции, прохождение, ударного движения. Очень важно, чтобы нога не захлёстывала, поднял ногу на полностью. Даже вот это движение простое. Алгоритм опережения ноги, руки, проходили инерции, выталкивание своей массы, переход через плечо кулака, тем более в движении. Да? И да, очень важно, что вот многие на мешках, когда я работаю, начинают бить, оп, бьют мешок здесь, бьют вперед, а нога идет в сторону мешка. Вот здесь с мешком очень такая вещь опасная, что нога все вперед, мешок. Надо в сторону, я специально шагну. Опять, нога, рука. Не рука, и нога. Тогда идет завал. Но с Рашидом сейчас это и пытались отработать. Да, координация. Это вот это и есть основная координация. Ноги, руки. И вот это положение группировки позволяет вам как раз этой инерции от ноги перейти через плечи в руку, кулак, и произойдет удар как сам по себе. Это что-то выброс, выброс кулака, пуля вылетает, как и кулак вылетает, а не потянуться. Ну вот это пытались, один из моментов, один из вариантов наработки понимания акцентированного удара, жесткого удара, да, пытались сделать. Спасибо.